Первый космонавт из Югры Сергей Рыжиков из Нижневартовска в третий раз отправится в космос. Его путь к невесомому пространству начался с 1991-го, когда он поступил в Оренбургское высшее военное авиационное училище. В связи с расформированием учебного заведения Сергея перевели в аналогичное Качинское училище, которое он окончил в 1996-м по специальности «Командная тактическая подготовка истребительной авиации» с присвоением квалификации «Летчик-инженер». До 2006 года космонавт оттачивал навыки управления самолетами, и к моменту зачисления в отряд Сергей Рыжиков освоил такие виды техники, как Л-39, МиГ-29, имел общий налет больше 700 часов, а также выполнил более 350 прыжков с парашютом. Подготовка к полету в космос заняла 10 лет. Во время первой экспедиции Сергей Рыжиков пробыл в невесомости чуть больше 170 дней. Провел научные исследования в сферах медицины, космической биологии, биотехнологии и физико-химических процессов. 14 октября 2020 года югорчанин снова стартовал с космодрома Байконур. В той команде он на 6 часов 47 минут выходил в открытый космос. После 185 дней, проведенных в невесомости, экипаж под командованием югорчанина успешно приземлился. Сейчас герой России планирует третью экспедицию. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса. Дата старта пока неизвестна.